Он мучим был. Его палач — столикий грех, сидевший прочно в сердцах жестоких и порочных, торжествовал. Порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанной касаясь. Он мучим был. Как жало змея впивались гвозди, зло и смело в его израненные ноги, святей которых в мире нет, пронзали руки. Ими многих он избавлял от слез и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив. Теперь в невыразимой муке, объятия миру отворив, на двух гвоздях держали тело. Насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела. Струится пот с его лица, святая кровь из-под венца, из ран потоками стекает. А он, кого так близко знает вся тварь несметная Творца, кому подвластны бури, волны, кому послушны небеса, ужель теперь страдание полный бессилен делать чудеса? Ужель не властен над толпою? Ведь мог бы муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, чтоб отступил и изумленный увидел, что пред ним сам Бог, сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог. Но не затем зашел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал той громкой славы и зло терпел от злых сердец. Он их любил, страдая, знал он, зачем послал его Отец. Он видел мир в грехах заблудший, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадой, завистью пылают, жестоким льстят, бессильных бьют, от недоверия страдают и все равно друг другу лгут. Он видел все, и сердцем нежным, безмерно каждого любя за этот мир, порочный, грешный, он в жертву предложил себя. И смерть приняв в конце страданий на третий день, как говорил, до наступления зари воскрес и людям подарил для вечной жизни оправдание. Он мучим был и умерщвлен, но не остался в гробе он, чтоб грешник, Бога возлюбивший, придя к концу житейской битвы, мог во кресте с живою верой иметь надежду жизни вечной.